Добрый день. Мы продолжаем обсуждать события, которые происходят в регионе Южного Кавказа. Понятно, что сейчас есть две главные темы. Одна из тем – это политический кризис в Грузии, довольно тяжелый. Вторая тема, более глобальная тема – это итоги Карабахской войны. И мой гость сегодня – общественный деятель Азербайджана, господин Аслан Исмайлов. Добрый день. День добрый. Скажите, пожалуйста, как в Азербайджане на данный момент оценивают итоги этой войны? Я понимаю, что 44 дня, наверное, закончились победой, но, с другой стороны, есть вопрос вот этих миротворцев, который сейчас активно обсуждается. Как это воспринимается? Во-первых, конечно, это победа, говоря, это освобождение завоеванных земель. И этого ждали 30 лет. Все население Азербайджана. 30 лет терпели, велись переговоры в Минской группе ОБСЕ. Это была больше имитация, чем переговоры. И люди с радостью приняли освобождение земель. Но, конечно, на этой войне погибло около 3000 азербайджанских ребят. Это горестно. И самое главное, сейчас всех в стране интересует дальнейшее поведение Армении, потому что если будет звучать, как сейчас звучит на площадях, желание реваншизма, то это закончится трагедией, и в первую очередь для Армении. Я думаю, наконец-то люди должны понять, что надо с соседями жить в мире. И при том я позволю себе несколько проанализировать с вашего разрешения, кто выиграл от этого конфликта Карабахска и кто проиграл. И вообще есть ли выигравшие. Я в Азербайджан переехал в 89 году. Работал председателем суда в Ставрополе и менял квартиру. Когда в Баку я дал объявление, нахлынуло мне желающих. Я начал рассматривать эти квартиры. То есть, естественно, обращаясь к армянам. Все они находились в историческом центре Азербайджана. То есть в центральном районе. И тогда я впервые, еще в 89 году, понял, что в самом центре Баку жили исключительно армяне. Азербайджанцы жили по окраинам. Потом все вот эти частные структуры, приносящие прибыль точки, цеха, магазины, какие-то объекты бытового обслуживания, они все были у армян. Вот они в первую очередь с началом карабахской проблемы потеряли все это. Они жили здесь припеваючи и в должностях, самое главное в деньгах, потому что еще раз я ответственно заявляю, что все денежные места, прибыльные места, точки были армян. Они все это... А с Азербайджана тоже было изгнано около 200 тысяч азербайджанцев. Но они все работали крестьянами. Они работали в сельской местности, занимались овцеводством, занимались овощеводством и так далее. То есть я думаю, это должен послужить уроком. И люди, думающие о будущем Армении, и, в принципе, тот, который выиграл эту войну, это бытность Петросяна была. Петросян сразу по окончанию войны начал искать мира. В 97-м году он предложил, его сместили, совершили госпереворот. В 99-м году этот вопрос поднялся. И все, которые были за решение мирным способом возвращения земли завоеванного Азербайджана, они были в парламент расстреляны. Спикер, премьер-министр и так далее. И чего добились в конечном итоге за это 30 лет? Они ничего не добились, кроме того, что разрушили все это обустроенные районы. Это после войны четко видит это сейчас мировое сообщество, что... Даже вот президент заявил, это в самом деле было так. Когда освободили Физули, не могли найти ни одного целого сооружения, здания, куда можно было бы соорудить флаг. Все разрушено было. И кроме того, они остались вне всех
проектов транснациональных. Всех этих экономических договорах они все остались на стороне. Мы еще вернемся к теме, которую я задал вопрос. Я хочу вас, потому что вы сказали, спросить, какое у вас сейчас есть видение? Я понимаю, прошло очень мало времени после войны. Понятно, что в Армении трагическая ситуация, в Азербайджане, наверное, празднуют до сих пор, но есть ли какое-то направление к сближению все-таки однажды позиций, или вечно мы будем наблюдать вот эту ненависть друг к другу и желание воевать постоянно? Чтобы мне не обвинили в субъективности такого обращения или видения процесса, я напомню всем зрителям, чтобы они попробовали найти, пойти в архив и найти за 18 год журнал «Возрождение», который издавался в Тбилиси. Главным редактором тогда был грузин Горге Ладзе. Тогда интеллигенция Грузии обратилась к интеллигенции Армении, что наконец-то давайте жить соседям в дружбе. Не надо быть орудием в руках других государств и разрушать отношения на Кавказе. И сейчас то же самое. Я вам скажу несколько моментов. Я еще раз говорю. Я, конечно, не вижу, как другие, что это два народа враги. Потому что мы вынуждены, независимо от нас, жить по соседству. Нравимся, не нравимся, должны жить в мире. То есть найти выход из этого. Но какую тенденцию я вижу в этом? Я наблюдал очень внимательно 44 дня войны. Я очень прошу зрителей, то, что я буду здесь оглашать, чтобы они все это могли перепроверили. То есть не верили в то, что я, именно я говорю. За 44 дня войны постоянно в средствах массовой информации Армении публиковались фото, видео с участием в этой кровопролитной войне людей, служителей армянской церкви. В одном месте они позировали автомат в руках в окопах, в другом месте они благословляли молодых ребят, которые уходят в армию на войну. И в одном из этих эпизодов, оно было спутник Армении, было фото молодых ребят, армян. Видно было, что им лет 18-19, поп их благословляет. И по внешнему виду видно, что они в тревоге, отчаянии, в испуге. Я взял эту фотографию, как есть, опубликовал у себя на странице, а мне страница свыше 300 тысяч. А в те годы войны посещаемость была за неделю свыше 10 миллионов за неделю. И там сделал обращение к армянскому народу, что не направляйте этих молодых ребят на верную смерть. Потому что там публиковались вот это бесплотники, как они бомбили, громили все живое, что было у них в пути. И было интересно мнение людей. Вот я публикую фотографии молодых ребят армян. И призываю, что надо их жалеть. По внешнему же виду видно, что они в страхе, неведении. Почему вы их отправляете на верную смерть? Вот я бы очень просил, эта публикация фотографий у меня сохранится и сегодня тоже на странице сохраняется. И там есть комментарии. Скажем, из азербайджанцев, процентном отношении я могу взять. Больше половины азербайджанцев, которые там комментировали, конечно, были такие люди, которые говорили, что пусть едут, все равно будем уничтожать. Но больше половины говорили, Бог их сохрани. Они же молодые ребята, они же еще дети, они еще ребенки. Это говорили азербайджанские читатели. 100% те, которые писали комментарии из Армении,
все они воинственно утверждают, что они едут туда, чтобы уничтожать азербайджанцев. Но я прошу прощения, а армянская сторона, любой, наверное, армянин в эти 44 дня скажет, что все армяне, ну, кто пошел туда, защищали, как они считают, свое. Азербайджан защищал свое, поэтому в ситуации войны, конечно, каждый будет вот так эмоционально стараться защищать как свою землю и так далее. Кроме того, были очень много, и сейчас продолжаются, к сожалению, видео распространяются каких-то там пыток военнопленных и так далее. И я видел, что очень много комментариев тоже эмоциональных, ну, конечно, на это нельзя смотреть спокойно. Вот как вы к этому относитесь? Уже вроде война закончилась, но продолжается вот эта ситуация. Я буквально несколько слов предыдущему разговору. Я еще раз говорю, я не хочу трактовать с какой-то точки зрения. Я говорю, что я опубликовал фотографии армянских ребят. Азербайджанцы больше половины просили Бога, чтобы их просил, чтобы они не погибли. Ни один армянин не написал, чтобы Бог сохранил, чтобы они не погибли. Они все писали, что они едут убивать азербайджанцев. Это раз. Оставим в стороне. Конечно, это зверства были и с нашей стороны. Но к моему к счастью, скажем, радости азербайджанское правительство в отношении этих солдат, если не ошибаюсь, четверых, возбудило уголовное дело и заключило под арест. Но десятки, сотни видео худших сцен с армянской стороны. Хоть один армянский солдат или армянский военнослужащий привлечен к ответственности? Нет. Там же были вообще зверства. Там были зверства армянские солдаты, скажем, офицеры или люди в форме армянской национальности. Грузовиком привозили, хранили трупов экскаватора. И при том, как выяснилось, что это трупы были армянских солдат. Вот те, которые сейчас на площади вызывают людей к реваншу, почему никто из них не вызывает, что давайте исследовать эти факты? Зверство в отношении военнослужащих, вот это пытки в отношении военнопленных, с их стороны не было. У нас и осудили, и конкретно, я еще раз говорю, что правительство приняло меры в связи с этим. Да, я предложил бы, чтобы мы двигались в сторону будущего региона. Будем говорить тогда про Азербайджан больше, потому что, ну, с армянской стороны тоже мне пришлют сейчас миллион видео с другой стороны и так далее. На ваш взгляд, сейчас, может быть, надо, чтобы прошло какое-то время, вы скажите, как вы думаете, какие дальнейшие шаги можно делать, чтобы не приводить к войне? Не будем брать, кто требует реванша, не требует реванша. Что можно сделать, чтобы войны уже не было и, может быть, сближать как-то интересы? Во-первых, вот я вчера или позавчера слушал Георгия Ваняна, один правозащитник, армянин. Я думаю, пока есть один такой армянин, ни один азербайджанец не имеет права говорить, что все армяне такие. Вот это Георгий Ванян, он дружит с нашим Зардуш Ализаде. Человек примерно такой же политической судьбы, очень умный. То же самое можно говорить о Ваняне, которых общество, можно сказать, не принял. Вот Ванян, если его слушать, он лучше всех видит. И он в изгнании живет уже долгие годы, который говорит, что не надо зыриться на соседние земли. Понимаете, вот я еще раз говорю, я знаю, конечно, будет обвинять мне предвзятость, я... При всем желании, что понимая это, я даже во время войны ратовал за окончание, за быстрейшего заключения мира. И многие здесь мне обвиняли из наших тоже. Я здесь в открытую говорил, что даже если допустить, что я абсолютно далекий от человеческих чувств, если умирает 10 армянских солдат, то умирает один азербайджанец. Я этого не хочу. Я вообще не хочу смертей. Но
Это зависит от людей, от народа, от политического руководства стран, от политических партий, правозащитников. Если, скажем, омбудсмены Армении, они призывают Кривайшу, омбудсмены, люди церкви, если они тоже зазывают всех к реваншу, я думаю, это будет тяжело. С азербайджанской стороны, я же в сторону оставляю то, что многие наши здесь правозащитники и так далее, они с первых дней выступали против войны, с первых дней были против крови. Даже политическое руководство страны, политических партий с первых дней объявляли, что люди, которые жили в Нагорном Карабахе до проблемы, они являются гражданами Азербайджана, и правительство гарантирует защиту их прав и обязанностей в территории Азербайджана. Но с Арменией ни разу это не зазвучало. Вот мне обидно то, что я слежу за этими событиями, все говорят только о войне. И самое страшное заключается в том, что все те, которые вызывают, зазывают армян, простых армян к войне, они в основном все живут вне пределов Армении. Миллионеры, миллиардеры, ведущие, шоумены, там, артисты и так далее. А гибли-то это простые, бедные армянские семьи, дети. Да, скажите, пожалуйста, я это понимаю, так все звучит, как будто нет никакого выхода с азербайджанской стороны. Армянская сторона скажет, наверное, свое слово. С азербайджанской стороны, есть ли какие-то, то есть какие пути вы видите дальнейшие правильные для восстановления сначала в Азербайджане, потом восстановления мостов на Южном Кавказе, ну, с Арменией в первую очередь? Егор, я еще раз говорю. Факты, англичане говорят, упрямая вещь. Вот в Азербайджане по сей день живут 30 тысяч армян в городе Баку. Никто же их не трогает. И по злой судьбе, вот когда армянская сторона бомбила Гянджу, не знаю, вы этот эпизод видели или нет, ранена была женщина-армянка. И погиб пацан-армянин, который приехал в гости из Москвы или из Ростова к своей бабушке. Понимаете, вот мы никогда не были против. И на проблемы Нагорного Карабаха тоже мы не подняли. Сейчас многие утверждают, что в Нагорном Карабахе проблемы подняли из-за того, что там были тяжелые социально-экономические случаи. Вот у меня есть книга «Субгайд. Начало распада СССР». В этой книге я привожу статистические данные, которые оглашала заместитель объединения торговли, у нас РАЙПО была, Азериттифак, армянка. По всем показателям Нагорный Карабах почти два раза уровень экономических показателей выше, было выше, чем среднестатистические азербайджанские цифры. То есть просто, знаете, вот мы живем здесь, скажем, три брата, да? Азербайджанцы, грузины и армяне. Вы видели анекдот, который олицетворял, что грузин говорит, что это самая великая или самая старинная нация. Или другой анекдот видели, чтобы азербайджанец говорил, анекдоты, связанные с азербайджанцем, которые говорили, что самая великая, самая древняя, самая умная нация. Ну это же армяне постоянно утверждают. Все анекдоты даже вокруг. Я честно не могу понять. Вы никакого продолжения отношений не видите, судя по всему. Я вижу и стараюсь, и Азербайджан тоже старается. Но я думаю, такие люди, как Георгий Ванян, наконец-то станут не единицы, а десятки, сотни. Другого выхода нет. Понимаете, вот есть элементарные вещи, которые не дает даже одного шанса реванша Армении. Во-первых, численность населения мы 3-4 раза больше. Во-вторых, у нас население идет в сторону увеличения, но уменьшения.
И третье, самый главный показатель экономический, Азербайджан на голову выше, чем Армения. А рассчитывать постоянно на Россию, эти военные действия тоже показали, что это ненадежно. Я уверен, что Армения пошла на эту конфронтацию с надеждой на то, что, как было первую Карабахскую войну, Россия войсками им поможет в живых силах. Прошу прощения, Армения пошла на эту конфронтацию? Да. Давай, Егор, вижу, ты тоже с сомнением слушаешь это. Я скажу факты. Кто впервые начал говорить, что Карабах – это территория Армении, точка? Это было пашиняновское выражение. Второе. Армения, зная о том, что Шуша для Азербайджана – это национальная гордость, там начали проводить какие-то презентации, какие-то праздники. И третье. В Нагорном Карабахе люди объявили, что парламент из Ханчэнди, Степанакерта, перенесут в Шушу. А как провокация должна быть? Если вы имеете в виду риторику, да, конечно, тут я не буду спорить. Все началось с риторики. В Нагорном Карабахе тоже. Там масса населения, они не думали о том, что произойдет такие кровавые столкновения. Там тоже нашлись 3-4 человека, которые начали с риторики, что они объединятся с Арменией и создадут великую Армению от моря до моря. И есть еще один факт, я еще раз говорю. Да, англичане говорят, что факт упрямая вещь. У Азербайджана есть территориальные претензии к какому-нибудь соседнему государству? Нет. У Грузии есть претензии к какому-нибудь соседнему государству? Нет. А у Армении... Претензии соседу Турции, претензии Грузии в Джавахетии, Грузии, претензии Азербайджану. Я уверен, что у них претензии Ирана тоже есть, но у них отдушина единственный Иран, поэтому об этом не говорят. Очень прошу, не надо про Грузию, мы тут далеко можем уйти. У Армении нет претензий к Джавахетии, так же, как у Азербайджана нет претензий ко всей территории Давид-Гареджи. Грузия с Арменией и Азербайджаном дружит, и все нормально. Скажите, пожалуйста. Я чего говорю? Знаете, мы же все знаем, что сотни лет в Европе Англия, Франция и Германия вели кровопролитные войны. К чему они в конечном итоге пришли? Они в конце концов поняли, что не надо воевать. Надо дружить, торговать и жить нормально по-человечески. Страсбург, где я был десятки раз, и все окружение, это все знают, что искан на немецкой земле, но эти же территориальные споры не поднимаются, это раз. Во-вторых, я не хочу уйти в историю, говорит Нагорный Карабах, чья территория. История тоже не в пользу Армении. Потому что если была бы история в пользу Армении, я помню, лет 10 тому назад турецкое правительство объявило в мире, что мы готовы с Арменией обсудить вопрос геноцида. Для этого мы готовы открыть весь архив для мира. Пусть Армения тоже откроет для мира. Почему они архив не открыли? Это раз, и во-вторых, понимаете, я же говорил, уже сотни анекдотов, и Великобритания старинной армянской земли, и Франция, и Россия, Черноморское побережье, все это старинные армянские земли. То есть получается, что, понимаете, это раз. И во-вторых, не надо жить в прошлом. Если жить в прошлом, то есть греки, которые могут претендовать, монголы могут претендовать насколько, турки могут претендовать. Я, честно говоря, думал, что мы немножко затронем будущие шаги, что, например, Азербайджан может делать в регионе, но мы говорим в основном о том, что плохо делает Армения. Я будущие шаги, что Азербайджан делает. Вот Азербайджан предлагает, мы сейчас открываем дорогу пешеходную, автомобильную и железнодорожную через Азербайджан, Нахчеван, Турцию. Мы предлагаем Армении тоже соединиться к этому.
И, кроме того, Азербайджана, знаете, мы нефтегазовая страна, транзитная страна. Я уверен, что в ближайшее время вот весь нефть, газ, Средняя Азия и так далее пойдут через нас. Они могут участвовать в этих проектах. Почему Грузия участвует во всех проектах с Азербайджаном? Я вам скажу другое. Вот проект Баку-Джейхан был. Этот проект нам два раза дешевле обошлось бы, если мы его провели через Армению. Выиграла бы Армения, она же не захотела. И при том в Армении выиграл не народ Армении, а куча это преступников, которые совершали ходжалинские геноциды, Качаряны, Саркисяны и так далее. Народ же не выиграл от этого, народ только проиграл. Понимаете, в Армении сейчас, вот когда еще беда Армении будет в будущем в том, что как только откроется граница, я думаю, оставшиеся там около 2,5 миллиона, и половина тоже отсюда уедут. И для чего им пустые земли? Надо интегрироваться, надо... И при том, знаете, за Кавказе, то есть Азербайджан, Грузия и Армения, территориально настолько там здесь красивые места, что это может быть мировым центром туризма. Вот, скажем, в Грузии миллионы летят на туризм. А представляете, если эти туристы поймут, что они могут приехать в Грузию, 3 дня остаться в Грузии, 3 дня в Азербайджане, 3 дня в Армении, видеть все эти прекрасные места, как это все будет развиваться экономически? Мы это предлагаем. Потом руководство Азербайджана, она заявила, что она за краткий срок восстановит вот этот Карабах. И я убежден, что даже сегодняшний день население Армении должна вот как бы сравнивать свое экономическое положение, скажем, экономическим положением Азербайджана. Вот надо ездить посмотреть Ереван и Баку, сравнивать, что лучше, воевать или дружить. Мы предлагаем, вот это и правительство, и население у нас тоже, потому что, я еще раз говорю, у нас тоже погибло около 3000 человек. А вообще, если взять и Первую, и Вторую войну, вот сейчас многие говорят, данные такие, что в Армении кратно больше погибших, чем в Азербайджане. А Первую Карабахскую войну было наоборот, у нас было больше погибших. Армяне, они жили в Турции тоже припеваючи. Министры турецкие были армяны. Вот в 2015 году они также пошли на поводу России, что дадут им землю, государство и так далее. Они предали турецкое правительство и поплатили, что их оттуда всех выгнали. Вот жили они в Нагорном Карабахе. Никто их не трогал. Я еще раз говорю. Я предлагаю вот элементарное сравнение. Все, которые в России знаменитые армяне, они выходцы из Азербайджана. Два маршала Советского Союза, Баграмян, Бабаджанян, они выходцы из Азербайджана. Единственный чемпион мира по шахматам, Гарри Каспаров, выходец из Азербайджана. Если бы им здесь было так плохо, вышли бы здесь столько армян. Почему столько не вышли оттуда? Вот этот... который такой гангстер военный, Арам Габриелян. Он тоже выходец из Азербайджана. Сидит там, крутит миллионами, миллиардами и зазывает всех поехать воевать на стороне Армении. И последнее, единственное мое желание, я нашим желаю, у нас очень мало, если есть скажем, сторонников войны, что до единого надо выгнать армян отсюда, это очень редкие и те, которые пострадали от этой войны, потеряли семьи и так далее. Вот вы сейчас следили за тем, как армяна покидали Нагорный Карабах. Это же было жалко. Люди собираются, машины грузят, вещи уезжают. Обидно было, жалко было этих людей. Конечно, это трагедия. А представьте, когда они завоевывали наши земли. Люди не могли одеться, они голым убежали оттуда. Они все эти дома оставили. А я вчера, слушая староста и священнослужителя жены, проводит пресс-конференцию и говорит,
что с Кельбаджарского района, вот этот главарь церкви албанской, которой армяне говорят, что это армянская церковь, что мы, говорит, оттуда уехали, сожгли два дома. Азербайджанцы все, которые оттуда уезжали, они закрыли на замок, ключ хранили до сегодняшнего дня, что вернуться. Почему сжигать? То есть они должны понять, что выход один, надо мириться. У меня еще, да, заключительный вопрос, но тоже очень важный. Я с него начал, хочу тоже понять, какое у вас отношение. Вот этот миротворческий контингент, который там сейчас стал, и, в принципе, укрепление России военным путем в регионе, вот то, что получилось, добавились миротворцы в Карабахе. Как это оцениваете вы, как это оценивают в Азербайджане, в принципе? Я высказываю свое мнение. Это мнение, может быть, больше 90% азербайджанцев очень плохо. Это тоже благодаря армянам. Если мы сами могли бы договориться, ни одного армянского, русского военнослужащего не было бы здесь. И в Армении не было бы. Это всегда там, где российский солдат, это проблема. Но сейчас получается как? 17 партий, которые объединились, они всенародно избранного Пашиняна хотят свергнуть только из-за того, что он не может найти язык с Россией. А все 17 руководителей этих партий, они обещают, что мы найдем язык с Россией, Россия нам поможет, и мы освободим землю. Они забывают, что если Россия им поможет, у нас есть стратегический союзник Турция, который на сегодняшний день не менее силен, чем Россия. Поэтому лучше всего, конечно, я в Азербайджане не желаю ни одного солдата. Ни от другого, независимо, скажем, чей солдат будет. В Азербайджане должны быть азербайджанские солдаты. Нормальный гражданин у себя никогда не должен захотеть, чтобы были какой-то другой страны солдат, тем более российской. Всем в мире известно, что делают российские солдаты. А сегодня они, наоборот, хотят увеличить присутствие российских солдат. Я думаю, что там, конечно, население наше только согласилось под, ну, естественно, определенным нажимом, то, чтобы они здесь были. Ну, как вы понимаете, в Грузии российских миротворцев очень хорошо знают по 2008 году, вы это помните прекрасно. Да, поэтому относится с большой настороженностью к тому, что сейчас произошло в итогах этой войны. И, в принципе, понятно, что Азербайджан как бы победил военным путем. В Армении сейчас довольно трагические события, но регион в целом точно пока что не выиграл. Потому что вот это новые солдаты, это новая проблема. Это однозначно. Регион будет выигрывать. Знаете, вот мы после Нагорно-Карабахского конфликта, конечно, не остались на месте. Развились и очень сильно развились. Это любой, который проедет по Баку, по районам, увидит. Сравнив его до, скажем, период самостоятельности и на сегодняшним днем. В Армении все осталось, как в Советском Союзе. Но если бы у нас были с Арменией, не было бы этой войны, в Армении было бы хорошо, у нас было бы кратно еще лучше. Поэтому мы хотим, чтобы мы, знаете, вот у армян сейчас тактика такая, чтобы рассорить соседей с Россией, с Ираном, с Турцией. А надо придерживаться позиции, что наоборот самим дружить. Вот даже эту войну в Армении всякими путями пытались втянуть эту Россию в живой силе. Хотя Россия, все знают, что и так помогала Армении. В живой силе. Ну, надо понять, что любая война в Закавказье, от этого страдать будут все три республики. Азербайджан никогда не обрадуется, чтобы война шла в Грузии, потому что знаем, что мы будем тоже страдать. Мы же не желаем войны и в Армении, потому что мы будем страдать.
А если будет мир, нормальные экономические отношения, понимаете, вот если эти три государства жили бы в мире, экономика между ними, я кроме туризма, есть много других проектов, которые могут реализовываться в этом райском уголке. Мы должны оценить свой райский уголок и держать вот этот уголок подальше от войны, подальше от воинствующих стран. Почему российский солдат должен быть за Кавказом? Что ему нужно? Какие его интересы здесь? Мы же никто из нас, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Армения, мы же не хотим нападать на Россию. И у нас не тот период, что был СССР и было НАТО, когда было противостояние вооруженное. И СССР нет, и НАТО сейчас не то. Сама Россия сейчас один из участников в проектах НАТО. Поэтому желание, конечно, мира этим трем республикам. Я по настроению общества вижу, что наше общество на это настроено. Самое главное, у нас власти и говорят, и в этом направлении делают. Вот многие пункты этого соглашения, оно своевременно не выполняется. Любая другая страна, во-первых, на этом подъеме, скажем, духовного состояния армии, страны, не думаю, чтобы вторая страна остановила бы войну у входа в Степанакерт или Ханчанды. Всех бы освободили и закрыли границы. Это еще раз показывает, что Азербайджан не настроен на то, чтобы совершить этническую чистую, что сделали в Армении. Кроме того, после соглашения многие пункты начали задерживаться. До освобождения Килиманджаро 10 дней просили. Мы им дали 10 дней. За эти 10 дней они вместо того, чтобы полностью освободить, начали сжигать дома, грабить, увозить леса и так далее. И последние невыполненные пункты, но правительство терпит. Это говорит о толерантном отношении и о намерениях правительства и народа, чтобы постараться найти язык. Я однозначно уверен, вот если слушать Георгия Ваняна тоже, большинство армян за мир. Вот куча людей, которые эту войну сделали для себя бизнесом, стали вчерашние босяки, стали миллионерами, миллиардерами, вот они сторонники продолжения войны. От этого страдает в первую очередь бедный армянский народ. Спасибо. Спасибо большое. Это был Аслан Исмайлов, общественный деятель Азербайджана. И я, безусловно, я люблю Грузию, Армению, Азербайджан. Очень часто езжу в эти страны. И мне и там, и там, и там очень хорошо всегда. Желаю, чтобы никто не погибал и не было действительно войн. Может быть, когда-нибудь, когда, может быть, эмоции успокоятся или будут найдены какие-то общие точки, страны смогут двигаться более вместе. Спасибо большое. Пожалуйста.